Ни для кого не секрет, что спорт – это жизнь. Еще с советских времен этот слоган звучит буквально из каждого утюга. Что зачастую мешает людям вести здоровый образ жизни, так это отсутствие элементарной спортивной площадки. С такой проблемой много лет жили и жители микрорайона Московский. Но это в прошлом, ведь совсем скоро, а точнее уже в этом году, здесь планируют построить умную модульную спортивную площадку. Очень давно уже жители этого поселка обращаются с просьбой установить какой-либо спортивный объект здесь в поселке Московском. Мы по согласованию с районом по их рекомендациям, они предложили нам именно вот это место, которое, где мы сейчас находимся. Место, в принципе, хорошее. Здесь рядом жилые дома. Наша цель, чтобы подобного рода площадки находились вблизи с домами, чтобы это было недалеко, чтобы люди могли там, ну, была шаговая доступность, люди могли без проблем, выйдя из своих домов, заниматься физической культурой и спортом, поправлять свое здоровье, а также проводить активно свое свободное время. Умар Салпагаров живет в поселке уже много лет и весьма обеспокоен отсутствием спортивной площадки в его родном микрорайоне Московский. Молодой человек подчеркнул, что тут живет немало людей, занимающихся спортом, а элементарных условий для них не создано. А еще он уверен, что теперь сюда будут съезжаться ребята со всего Чугутинского района. Это играет немаловажную роль, потому что нету ни площадок таких у нас, чтобы заниматься спортом ни пожилым людям, ни среднему возрасту, ни молодым детям. Будет очень хорошо, если это все будет. Это будет очень удобная современная спортивная площадка, которая помимо футбольного поля будет включать беговые дорожки с полиуретановым покрытием, универсальный игровой комплекс для игры в волейбол и баскетбол, площадку с уличными тренажерами и даже трибуны для зрителей. Это, безусловно, большой прорыв не только для поселка, но и для всего Чугутинского района. Здесь очень много людей, занимающихся спортом. Особенно активно занимаются футболом, есть футбольная команда. А здесь строительство такого поля с искусственным покрытием, здесь будет дренажная система. То есть это поле, которое будет действовать фактически круглогодично. И для жителей, для любителей спорта это, конечно, очень большое значение имеет. Следует отметить, что это будет первая умная спортивная площадка в Карачаево-Черкесии, но далеко не последняя. В ближайшем будущем планируется увеличить их число. Гульмира Лайпанова, Назир Капушев, Архыз 24.